Публика приветствует свою пару Федерико Фаэлла и Массимо Скалли. Тоже из первой десятки пары. Девятые места на чемпионатах мира в Москве в прошлом году и в Дортмунде годом ранее. Ча-ча-ча, румба и самба. Три ритма у них. Да, я не припомню, Николай, ни одного чемпионата крупнейшего за последние там 8-9 лет, где бы столько было падений, особенно в танцах на льду. Это, ну, какое напряжение должно быть борьбы, да, в таком, казалось бы, ну, нерискованном виде фигурного катания, каким является танцы на льду. Ну, просто вот изумление на лицах комментаторов, да, которые рядом с нами сидят, изумление, недоумение, потому что действительно уже три падения было сегодня на наших глазах, а ведь падения в танцах даже не таких именитых пар, да, это всегда уже какое-то событие. А тут и накануне, вернее, два дня назад, когда был обязательный танец падения Галит Чайт, и сегодня уже три. Ну, конечно, у всех настрой на самые высокие места, тем более, что я уже говорил, даже вот они десятое место занимали, но в случае хорошего проката оригинального танца могли бы сразу же подняться вверх, учитывая вот ошибки, которые допускали пары, которые были выше, я имею в виду литовцев и канадцев. Вот сейчас нам покажут, пытаемся понять, что бы стало причиной этого падения. Вот нервное напряжение в самом конце программы, да, вот уже когда кажется, что все сейчас вот закончится, и тут следует... Оригинальнейшее вращение сделали. Они все очень делали, да, хорошо. Комбинированное вращение, необычное и с хорошим
И вот на весь конек и зацепила партнера, и держала его, валила его. Да, совершенно непонятно, конечно. Вот она, не было поворота, а ее центробежная сила понесла как-то вперед, и вот такое обидное падение. Да, конечно же, расстроены спортсмены, такие непредвиденные, конечно, сорывы, они... Дело в том, что они еще, так же, как и все зрители, я уже об этом говорил, на огромном экране, в четырех огромных экранах могут наблюдать фрагменты своего выступления. И, конечно, вот то, что они увидели... Их не раз. 3 балла них вычитают, и в итоге они показывают лишь 18-й результат в оригинальном танце, а по сумме обязательного оригинального танца они лишь 2.